Я приветствую тебя в компании Reflame. Очень важно разобраться в маркетинг-плане, чтобы ты знал, как и за что ты будешь получать деньги. Когда-то я так же, как и ты, не мечтала о том, что мое фото с банкета директоров будет красоваться на самой главной странице плана мечты. Кстати, код брошюры 214-372. Ее необходимо заказать для работы. Там есть вся информация, которую я сейчас буду давать, и даже больше. Когда ты присоединился к Oriflame, важно понимать, что первое, что ты будешь получать, это преимущество по программе лояльности. Это 18% скидка и возможность обменять все покупки на подарки. То есть за все твои покупки накапливаются баллы лояльности, которые потом меняются на подарки. Вся система выплат основана на баллах бонуса. Баллы – это внутренняя валюта компании, которая создана для удобства подсчетов. Один балл в Oriflame в среднем равен 30-35 рублям. Если ты будешь выполнять условия стартовой программы, то есть будешь делать по 100 баллов в течение 3 каталогов с момента регистрации, то тебе компания даст еще 50% скидку на любой продукт и дополнительную скидку 500 рублей. Если ты будешь стараться и делать личных от 150 баллов и больше, ты выйдешь в премьер-клуб и получишь большое количество преимуществ, такие как 50% скидка на любой дорогой продукт и моментальную прибыль. То есть ты будешь зарабатывать деньги сразу же. Посмотрим на таблицу, где представлен доход консультантов с большим личным объемом продаж. Тех консультантов, которые находятся в премьер-клубе. Так, если человек будет делать 950 личных баллов, то его доход в месяц будет порядка 20 тысяч рублей, а в год он составит 230 тысяч рублей и более. Это хорошая сумма, и я думаю, что каждый человек найдет, на что ее потратить. Это нелегко, но если человеку нужно деньги сразу, то это очень хороший выход и альтернатива обычной работе. Как работает план успеха в принципе? Вам нужно совершать очень простые действия. Каждый каталог вам нужно или месяц находить 5 активных консультантов, таких же, как и вы, которые будут просто пользоваться продукцией Oriflame. Если вы используете для построения своей сети онлайн, то вы работаете особенным образом. Вы регистрируете людей одного под другого. То же самое делаем и мы. И если вы активный консультант, мы будем активно вам помогать. Второй месяц работы. Вместе с вами вас уже 6 человек. И вы пригласили по 5. Получается 30. 30 плюс 6, итого у вас 36 человек. Вспомните, первый месяц ты был совсем один. На третий месяц работы вас уже 36. Пригласили по 5, и получается 180 человек. И было 36, и стало 216. Представьте, вот так увеличивается дистрибьюторская сеть. Четвертый месяц работы вас уже 1296 человек. Итак, за 4 месяца работы представьте, на какое количество людей увеличится ваша сеть. В результате, если каждый человек будет брать продукции лично для себя, ну, предположим, на 1000 рублей, то товарооборот вы принесете компании очень большой. 1 296 000. Доход команды составит 285 120. То есть компания вам вернет 22%. Почему именно столько, мы поговорим дальше. Личный ваш доход составит 5%. Это в среднем 64 800 рублей. Я думаю, что это очень хорошие деньги, которые предлагает компания. Как устроен маркетинг-план Oriflame? Все выплаты, объемная скидка начинается с уровня 3%. Напомню, что существует два вида выплат. Первый вид – это разница с продаж. Это если человек делает большой личный объем продаж. И второй вид заработка – это продаж, а точнее объемная скидка от объема продаж. Если человек делает 200 баллов, компания ему возвращает 3% от его объемов продаж. Это и есть объемная скидка. Если человек начинает приглашать людей, он уже выходит на вторую ступенечку 450 баллов, компания ему возвращает 6%. Следующая ступенечка – это 900 баллов, и компания возвращает 9%. Это примерно 2000 рублей. С этой ступенечкой человек называется уже менеджер.
Следующая ступенька 1800 баллов, 12% 5000 рублей доход примерно. Следующая ступенька 3000 баллов, 15% 10 тысяч рублей. Следующая ступенька 5000 баллов, 18% 17 тысяч рублей. Следующая ступенечка 7500 баллов, это ты выходишь на уровень старшего менеджера, доход твой в среднем от 30-35 тысяч рублей, и как вы видите, здесь еще существуют дополнительные премии. Как происходят выплаты доходов? Предположим, ты находишься на уровне 22%. Ты являешься старшим менеджером. Твой партнер находится на 18%. У него товарооборот со своими людьми 5000 баллов. На всю сеть компания возвращает 22% от всего товарооборота всей твоей сети. Но какие деньги получаешь лично ты? 22% минус 18% получаешь 4%. Например, ты на 18%, а твой партнер на 15%. 18 минус 15, ты получаешь 3% от его товарооборота. Я думаю, что принцип понятен. Разница с нижестоящим уровнем и есть доход. Что же такое звание директор? Группа 7500 баллов, 22% и такой товарооборот на протяжении 6 каталогов подряд. И ты достигаешь звания директор. Ты получаешь премию 1000 долларов, доход от 35 тысяч рублей. И это очень почетно и приятно. Тебя приглашают на банкет директоров в Москве. Ты получаешь 5% за каждую 22% группу, которую ты выстроил. То есть тебе выгодно помогать твоим партнерам, которые были на 12-15%, выходить так же, как и ты, со своими командами на 7500 баллов бонуса и получать за них 5% от их товарооборота, так называемый уже авторский гонорар. Когда ты помогаешь одному человеку всего лишь стать директором в твоей команде, ты становишься старшим директором. Твоя премия 1500 рублей и доход увеличивается, составляет более 40 тысяч рублей. Когда ты помогаешь всего лишь двум людям в твоей команде выйти на уровень 22%, ты уже становишься золотым директором и получаешь премию 2000 долларов и доход от 70 тысяч рублей и приглашение на золотые конференции в Европу. Старший золотой директор – это у тебя уже три директора, которых ты вырастил персонально, как мы это говорим, в первом уровне. Сапфировый директор – премия 4000 долларов, доход от 100 тысяч рублей и также золотые. Бриллиантовый директор – это 6 директоров, которых ты лично вырастил. У них уровень 22% от 7500 баллов, твой доход от 150 тысяч рублей и выше. Помимо золотой конференции в августе, ты еще посещаешь бриллиантовую конференцию. Давайте в среднем посмотрим на звания и выплаты лидеров компании Oriflame. Как вы видите, наиболее интересная ступень – это директор, и наивысшая ступень в Oriflame – это бриллиантовый президент. Посмотрите на годовые доходы, на премии. Я думаю, что цифры более чем внушительные и есть к чему стремиться. Карьерная лестница устроена таким образом, что чем большему количеству людей ты помогаешь стать директорами, то есть достичь звания 22%, 7500 баллов и выше, тем выше продвигаешься лично ты. Золотые и бриллиантовые конференции – это то, к чему нужно стремиться. Это то, что должно впечатлять, это то, что должно стимулировать. Это наши конференции. Конечно же, здесь далеко не все. Поверьте, это очень было сказочно приятно посетить разные страны, разные уголки земного шара вместе с компанией Oriflame. В компании существуют также дополнительные бонусы. Так ты можешь участвовать в программе «Мой автомобиль с Oriflame», в программе «Мой дом с Oriflame». Если ты будешь быстро расти, компания тебе будет выплачивать дополнительные бонусы за полученный автомобиль и за дом. Таким образом, и автомобиль, и дом достанутся тебе совершенно бесплатно. Заяви о своем желании быстрого роста в соцсетях, написав личное сообщение своему спонсору или нам со словами «Я готов приступить к работе». И тебе будет оказано персональное внимание и поддержка. Пока-пока.